Ведь нельзя же одну газировку с гамбургерами есть. Это очень вредно. Поэтому, котик, давай-ка немножко инжира поешь. Привет, друзья! Вы на канале Милая Гим. И нас приветствует Том Циркач. Но он совсем не в форме. Том, быстренько в туалет. О, ребята, посмотрите, Бип подкрадывается. Напугал Тома. Но, Бип, какая же грязная у тебя шерсть. Нужно ее помыть. Она некрасивая, когда такая грязная. Давай запрыгивай в ванну. Искупаем нашего Тома. Том, ну ты, как всегда, свои пузыри пускаешь. Давай мы тебе зеленым мылом намылим. Держи, Бип, тебе мыло. И вот такое фиолетовое в форме звездочки. И, конечно же, голубую бабочку. Отлично, намылили, смываем. Смываем, смываем пену с котика. И давайте еще Бипа, ребята, помоем. Как тебе, Бип, нравится? Посмотрите, ребята, вы купаете питомцев. Бип очень нравится, когда его поливают водой. Вот такой дождик для нашего Бипа. Можно было бы их еще мылом мыть. Было бы очень прикольно, ребята. Да, Томик наш хочет кушать. Мы сначала тебя нарядим в свой костюм, ведь у тебя очень красивый костюм. Цирковой. Какие у тебя здесь тыковки красивые, Томик, стоят. Давай-ка на них поиграем. Какие у тебя веселые, музыкальные. Особенно вон та, самая огромная тыква позади тебя. И, конечно же, колесо очень красивое. На фоне него давайте покатаемся на качели. Вот так Том катается. Было бы классно, если бы можно было покатать Тома на этом колесе обозрения, чтобы он туда залетал, садился и катался. Было бы очень интересно. Но пока катаемся на нашей любимой качели. И, конечно же, попрыгаем на батуте. Высоко прыгает Том. Давай, Том, выше колеса обозрения прыгни. Молодец, почти перепрыгнул. О, почти перепрыгнул колесо и улетел Том выше колеса обозрения. Да, прыгать на батуте Том умеет, ведь он тренируется каждый день, прыгает на батуте. Ну что, Том, я думаю, пора нам сделать смузи с нашими новыми ингредиентами, ведь мы уже собрали полный набор и у нас есть уже все продукты. Но прежде чем приступить к готовке, конечно же, ваши комментарии, ребята. В прошлом видео, ребята, нужно было найти пятое отличие. И пятое отличие — это пятно на морде у кошечки. У одной кошечки есть белое пятнышко, а у другой кошечки такого пятнышка не было. Но есть, ребята, еще шестое отличие. На правой картинке две лапки на стене, а на левой картинке их три. И это отличие мне подсказала одна из телезрительниц канала. Спасибо ей большое за внимательность. Вот, ребята, ваши комментарии. Привет вам огромный от котика Тома и от всех его питомцев. Спасибо, что пишете комментарии и участвуете в видео, друзья. В этом видео спрятался вот такой зайчик в цилиндре. Видны только одни ушки. Найдите цилиндр с зайчиком. В следующем видео зайчик вам покажется. Выглянет из цилиндра. А комментарии тех, кто быстрее найдет зайчика, обязательно попадут в следующее видео. Пойдемте, ребята, переоденем нашего котика. Наденем ему новый костюмчик цирковой. Я уже по нему соскучилась. Где твой суперкрасивый костюм нарядный? Пиджачок. И цилиндр. Вот он, пиджачок с перчаточками, ребята. Интересно, почему Тому не делают ботинки? Перчатки, главное, есть. Цилиндр у него есть. А ботиночки не делают для Томика. Хотя в шкафу, если внимательно посмотреть, стоят сапожки резиновые. То есть у него есть такой в шкафу, но мы не можем ее надеть. И давайте наденем монокль. Очки на один глаз. Вот они, золотой монокль циркача. Том, ты очень красивый и очень нарядный. В таком виде Том решил поиграть в свои куклы. Сделаем еще серию обязательно с этими куколками, правда, Том? Да, Тому уже не терпится с ними поиграть, он их любит. В прошлом видео мы еще получили новую картинку. Очень много картин у Тома уже скопилось. А вот этот грибочек мы раскрашивали в прошлой серии. И вот он, красивый цирк, ребята, очень красивый. Мы его, конечно же, раскрасим разными цветами. Сам цирк мы сделаем белым с красным. Он будет очень выразительный. Эти цвета цирка. Красные полосочки разрисуем через одну, а остальные полосочки оставим белым цветом. Теперь сделаем... Так, внутри будет коричневым. Может быть, лучше сделать желтым, как будто внутри идет представление и очень ярко горит свет. Кустики сделаем салатовым, очень яркая зелень. И задний фон у нас будет радужный. Разноцветные цвета: голубой, желтый, фиолетовый.
серебристый, еще голубая полосочка, синяя полоска, фиолетовая, золотая и розовая. Отлично! И, конечно же, флаг нужно раскрасить красным цветом. И теперь сделаем разноцветные воздушные шары. Один шар будет голубой, другой розовый, третий в горошек сделаем цветной и фиолетовый шарик. И, конечно же, дорожку в цирк. Вот такой прекрасный цирк, ребята, у нас получился. Очень красивый. Я бы хотела сходить туда на представление. Ну как тебе, Бип, понравилась картина? И Бип у нас, кстати, цветом как цирк, тоже белый с красным. И Том уже на кухне. Начнем делать наши смузи. Где же наши новые продукты? Давайте посмотрим, сколько их у нас. Вот, хот-дог, 51 штука. Очень много хот-догов. Что еще есть? Газировка сладкая, 41 штука. Ну ты, Том, молодец, много собрал. Попкорн 48. Сейчас, конечно же, ты все это попробуешь. Сделаем ему первое смузи. Газировку и попкорн. Красное смузи и желтые сердечки. Держи, Томик. Полетел котик, полетел. Попкорн работает. Бип в шоке. И у нас будет следующий смузи. Может быть, Бипа угостим? Ну давайте сначала сделаем еще Томику смузи, попкорн и молочный коктейльчик. Желтенький смузи и розовые цветочки. Держи, Томик. Темнота у Тома, сахарная вата такая черная, друзья, посмотрите. И Бип у нас попросил сделать ему смузи. Что же выбрать? Попкорн так светится красиво. Сделаем хот-дог и попкорн. Персиковые смузи и желтые следы. Перевернулся кверх ногами котик Том. Ну что, Томик, я думаю, следующее сделаем для Бипа смузи. И смешаем сладкую газировку и гамбургер. Необычный вот такой смузи. Что, Том, ты хочешь? Давай Бипу, ну давай тебе. Он не очень красивый получился, если честно. Так что пусть его выпьет Том. А Бипу мы сделаем что-нибудь покрасивее. Какие ингредиенты, ребята, смешать? Пишите в комментариях, как вы угощали своих питомцев, что вы им давали. И что дать, чтобы получилась красивая расцветочка. И вот эта расцветка очень даже красивая, желтая, с цветочками. Ой, Бип такой получился прикольный, такой весенний. Сейчас очень не хватает таких расцветок. Ведь на улице уже пасмурно и холодно. А Бип будет поднимать нам настроение. И Томик решил полететь еще за подарочками на шарманку. Летит, летит наш котик. Что же нам попадется? О, ребята, это хот-доги, отлично. Очень прекрасно, когда попадается еда, ведь у нас все остальное собрано, поэтому мы ждем, что нам попадется новая еда. Открываем шарманку и здесь... Что же здесь? 20. Опять хот-доги. Сегодня Тому везет на хот-доги. Еще полетим, котик? Ну, полетели. Еще полетел котик Том. Мы ждем, что нам попадется новая еда. Открываем игрушки, монеточки. И опять хот-доги, ребята. Сегодня у нас день хот-догов. Том, ну у тебя теперь целый запас хот-догов. Мы выберем, пожалуй, другого питомца, это будет Шугар. Пойдем, Шугар, поменяем тебе расцветочку. Все у нас такие летние, такие яркие. Ты у нас одна темненькая коричневая, давай сделаем тебе другой цвет. Что же смешать для нашей Шугар? Давайте-ка сделаем ей красивую расцветочку и смешаем что-нибудь очень выразительное. Давайте смешаем молочный коктейль, от него получается очень красивая расцветка. И я думаю, что газировку. Посмотрим, какой цвет получится. Сердечки. Светло-розовый смузи с красными сердечками. Держи, Шугар. Симпатично, но ничего особенного. Давайте еще что-нибудь попробуем смешать. Нет, давайте, ребята, угостим их хот-догом. И держи попкорн. Шугар так быстро меняет цвет. Вот этот цвет, кстати, очень красивый. Ой, еще и суши съела. Шугар такая смешная, темная. Одни глаза видны и, конечно же, рог единорога. Держи гамбургер. Пчелка Шугар. И газировочку. Самый выразительный цвет. Вот, белая с красным. Давайте оставим Шугар такого цвета. И сделаем смузи. Смешаем хот-дог и виноград для котика Тома.
Фиолетовые лапки на оранжевом фоне. Держи, котик. Перевернулся кверх ногами. Еще один смузи. Гамбургер и газировка. Держи, котик. Полетел котик Том. От таких ингредиентов у котика очень часто встречаются полеты. Ну и следующее смузи. Леденец счастья и инжир. Полезный смузи. Инжир очень полезный, поэтому мы сделали его котику. Ведь нельзя же одну газировку с гамбургерами есть. Это очень вредно. Поэтому, котик, давай-ка немножко инжира поешь. И Том, кстати, опять полетел. Что-то сегодня у него сплошные полеты. Может быть, это волшебный цилиндр так действует? Ведь у таких циркачей волшебные цилиндры. И из них они могут доставать зайчиков и разные интересные вещи. И наш котик выздоровел отлично. Вот как наши питомцы веселятся. Ничего себе, они тут развлекаются, пока мы смузи делаем. Друзья, в следующей серии у нас будет цирковое выступление питомцев и котика Тома. Не пропустите ее. А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал Мила Гейм и нажимайте на колокольчик, тогда вам придет уведомление, что на канале новое видео. И не забывайте ставить лайк нашему котику и питомцам. Том, а ты что одетый улегся в кровать? Давай-ка переоденемся, снимаем пиджачок и шляпу, чтобы не помять вещи, и чтобы быть аккуратным котиком. А теперь можно отправляться спать. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Конечно, хорошего настроения. Пока-пока. Встретимся в следующем видео.